Ремонтная кампания по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги» в Нижегородской области не просто стартовала раньше, чем в прошлом году, уже есть участок, готовый к сдаче. Напомню, в прошлом году Нижегородская область стала лидером во всей России по объему ремонта по этому нацпроекту. В этом году погода позволила начать работы в апреле, еще раньше, и первый участок практически готов в Лыскове. В период 2023 года начали ремонтную программу намного раньше. В апреле месяце, как видите, погода установилась плюс 10. Вот, соответственно, подрядчики вышли с опережением графиков. Здесь очень большая интенсивность движения, до 10 тысяч машин в сутки доходит. Вот. Плюс естественный износ покрытия, колейность была до 10 сантиметров. В настоящий момент идет укладка верхнего слоя из асфальтобетонной смеси ЧМА-11. Была очень плохой, вся разбитой в последнее время. Вот. Одни колеи были, ямы. Вот. Молодцы, что делают. Было намного хуже сейчас. Вчера проехали с мужем. Замечательно. Уже который год подряд мы не просто наращиваем темпы и объемы приведения в нормативное состояние дорожного полотна региона. С 2017 года, если вы помните, в этой сфере совершен настоящий прорыв. В 2022 году на эти цели было направлено 16 миллиардов рублей, но это такая сухая цифра, которую сложно понять, много это или мало, но это в 3 раза больше, чем 5 лет назад. И 3-й год подряд сохраняем лидерские позиции по объему выполняемых работ среди всех субъектов Российской Федерации. Впервые за долгое время построены 3 крупные развязки. Построен обход Дивеево, строится обход Арзамаса, трасса М-12. Эти решения жители региона ждали уже очень давно.